Скажите, пожалуйста, где грань между критикой и здоровым критическим мышлением, когда мы слепо не следуем каким-то наставлениям, но осмысливаем их и стараемся сделать правильно, чтобы принести благо нам и окружающим преданным? That takes some intelligence. Для этого нужен разум. Everything takes intelligence. Для всего нужен разум. So if you don't know, если вы не знаете, then humbly think about it. Тогда очень смиренно подумайте об этом. Inquire from other devotees, from Guru, Sadhu, and Shastra. Спросите у других преданных, у Гуру, Саду и Шастр. And then when Krishna wants, he'll give you the understanding to know. И когда Кришна захочет, он вам даст понимание. Till then, humbly investigate, till you know. До этого момента тщательно расследуйте этот вопрос до тех пор, пока не узнаете истину. And then when you know, then you can act with conviction. И когда вы поймете истину, тогда вы сможете действовать убежденно. If you don't know, then you won't know what to do. Если же вы ничего не понимаете, то вы не будете знать, что делать. If you don't know what to do, then do what's necessary to find out what to do. А если вы не знаете, что делать, то первое, что необходимо сделать, это понять, что же делать. And don't do anything until you know what to do. И лучше уж ничего не делать, пока вы не знаете, что нужно. Or else you'll do the wrong thing. А иначе вы можете наделать глупости.